В Югре живут носители уникального культурного кода. Денис Вингелев создал онлайн-словарь мансийского языка. Алексей Хатанзеев и Клим Кантеров – этнотуристические маршруты. Владимир Айваседа и Вера Кондратьева щедро передают миру культуру, фольклор ханты, манси, а также ненцев, отметила в своем поздравлении губернатор Югры Наталья Комарова. В своем аккаунте глава региона обратила внимание на заслуженного работника образования округа, автора учебников на хантыйском языке Евдокию Немысову. Я любуюсь молодежью, чтобы они знали свои традиции, свой язык, сохраняли. Как наши поэты уже пишут, призывали к тому, чтобы любили свой язык, свои традиции, то, что сказали старшее поколение, иначе им будет трудно жить. Наши традиции в том заключались, чтобы выжить в своей среде. У нас тоже трудности в лесу, на воде, зимой, когда ты пасешь оленей. Сейчас вдвойне труднее или втройне труднее. Надо выжить в глобальном мире.